Привет, друзья мои, привет из Киева. В Киеве все нормально, холодно, но тем не менее Киев стоит, враг не прошел дальше тех позиций, на которых он стоит уже 10 дней. Все в городе спокойно, только что мы шли, приехали в Киев беженцы, детей вывезли бедные, короче говоря, их очень жалко, людей реально жалко. И там женщины, дети были, бусик целый приехал, несколько машин. Это, видимо, вот сегодняшняя эвакуация из Харькова, из Чернигова, что-нибудь такое. Я не буду говорить откуда точно, чтобы, как говорится, не создавать людям проблему, но скажу, что да, прибывают в Киев беженцы из регионов, которые Россия сильно бомбит. А бомбит она именно Харьков, Чернигов, Сумы. Досталось сегодня Николаеву, но с Николаева никакой эвакуации нету, там они быстренько это все погасили. А так, что могу сказать, город сосредоточен, спокоен, но именно вот что правильно говорит, что именно спокоен. И паники нет даже на пушечный выстрел, все ждут врага, но, честно говоря, я не вижу каких-то возможностей для России сейчас спокойно зайти в Киев. Я просто в это, честно говоря, не верю. И не вижу у них физической возможности это как-то осуществить. Так что все будет Украина.